15 августа на городском стадионе «Труд» стартовал второй открытый районный чемпионат по футболу среди взрослых команд коллектива физкультуры памяти ветерана спорта Александра Летова. Турнир проводится уже во второй раз. В этом году в нем принимают участие 5 команд – «Вымпел», «Политех», «Строитель Восход» из Фурманова и футбольный клуб «Рубин» из Приволжска. Матчи проводятся в формате 8-8 по вторникам и средам на городском стадионе. Ну, Александр Леонидович у нас был уважаемый человек в городе, являлся игроком легендарным, хоккеистом, футболистом, тренером. Вот. И чтобы память о этом человеке жила, вот мы решили проводить ежегодно турнир памяти вот этого человека. Турнир проводится у нас по круговой системе в один круг. Каждая команда играет с каждой. За победу команде причисляется 3 очка, за ничью 1 очко. Ну, команда, проигравшая, соответственно, очков не получает. И победитель турнира определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех играх. Александр Леонидович Летов скоропостижно скончался 26 сентября 2021 года. Ему не было и 60. Легендарный спортсмен всю свою жизнь посвятил футболу. На протяжении ряда лет выступал в качестве игрока и капитана фурманской команды «Восход», затем долгое время оставался ее тренером. В последнее время являлся главным тренером команды ветеранов. Вратарь Евгений Лопатин начал играть в футбол с 1968 года еще в составе юношеской команды «Восход». Вместе с Александром Летовым прошли, что называется, «Огонь, воду и медные трубы». 2 года подряд выигрывали Кубок Ивановской области, несколько раз становились победителями регионального чемпионата. О своем товарище и друге вспоминает только хорошее. Светлый человек. Таких людей мало. А на футбольном поле что его отличало? Корректность, скромность и высокая техника. Да. Я вот помню, как раз он пришел с армии, вот, и мы тогда вот подготовились к новому сезону, вот играли там вот первые голы, я помню, какие он забивал мне голы, ну, фантастика. Турнир продлится в течение 2 недель. По итогам соревнований будут отмечены игроки в 3 номинациях – лучший вратарь, лучший игрок и лучший бомбардир. А футбольная дружина, занявшая 1-е место, получит переходящий кубок от прошлогоднего победителя турнира команды «Гризли». Юрий Пашин, Александр Кириллов, телеканал «Фурманов ТВ».